В ходе выступления перед военной аудиторией в поселке Эйли в Самаре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решительно заявил, что Израиль не завершит военные действия до достижения всех поставленных целей. Это включает в себя ликвидацию террористической группировки «Хамас», освобождение пленных и обеспечение безопасности граждан страны от угроз со стороны сектора Газа. Он отметил, что Израиль не станет выводить свои войска из анклава. Кроме того, Нетаньяху исключил возможность освобождения тысячи террористов из тюрем. По его словам, еврейское государство устроит только полный разгром Хамаса. В ответ на эти заявления официальный представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби выразил недовольство и отметил, что приоритетом для США является освобождение заложников. Он отметил, что в этом направлении есть прогресс.